Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Предлагаем вашему вниманию бесплатное отопление. Благодаря вот этой стеклокерамике, которую я взял от печки, лампа подвинута почти вплотную к стеклокерамике. Поэтому нагрев лампы, достигающий 120 градусов, 125, передает сюда, и нам зимой тепло. При этом, значит, сейчас посмотрим, вот она, лампа, видите, подложка специально внизу, подставка, чтобы она соприкасалась. Сейчас посмотрим, какая температура. Видите, лампа 125 градусов. И эта же температура передается керамике через какое-то время, потому что лампа соприкасается. То есть у нас идет жар свыше 100 градусов на этой керамике. Но не сразу. Через полчаса примерно нагреется. То есть оно передается. То есть схема какая? Лампа 100 ватт. Так. Дальше, как вы видели, отражатель в виде формы кувшина. А сверху стеклокерамика, которая впитывает тепло. Мы, значит, под на дно отражателя подложили, значит, радиатор от компьютера, от охлаждения компьютера, который не боится температуры. Патрон у нас, как вы видели, внутри фарфоровый, керамический, тоже не боится температуры. А сверху положили керамическую плиту. И получилась, лампа соприкасается, и поэтому здесь у нас такая же температура, как на лампе. То есть передается 100 с лишним градусов. При этом расход тока у нас 0. То есть что вы увидели, видать? Смотрите. Вот, видите, красное. То есть расход тока нулевой. Нулевой расход тока. Хорошо видно. Так. Вот такая вот система. Позволит отопить помещение до, как говорят, ну это для маленьких, нет. До 50 кубов и больше можно отопить. Спокойно. А если лампа еще сильнее, как вот вчера показывал, там есть затраты. Там и можно 100 кубов. То есть эта система бесплатного отопления, как бы рептилоиды там не злились, но смысл понятен. Сейчас я покажу ее схему. Вот она схема. Поворачиваем на схему. Оп, все. Видно. Вижу, что вам видно. И начинаю рассказывать уже по теме, по схеме. Значит, кувшин, как вы видели, лампа 100 ватт, 230-220 вольт получает. Здесь я не показал еще подложка, чтобы лампа была на уровне с этим, соприкасалась с керамической плитой. Керамическая плита откуда взята, спрашивали. Это старую плиту кто-то выбросил. Плитки есть такие, стеклокерамические. Я это снял. То есть на свалке нашел. Благодаря этому, значит, вот это тепло, как вы видели, на лампе 125, оно и до 150 доходит. А всего, значит, подаем 55 вольт, видите как. А максимальный нагрев этой лампы 290, а тут до 150 почти доходит. Сейчас еще раз замерю.
Вот уже, видите, уже 140. 140, то есть дойдет до 150. Если я говорю, что 150, так оно и есть. Можете 100 раз хоть перепроверять. Потому что я уже 1000 раз это проверил. А то пишут, что нет, там не нагреешься, там слабое. Наверное, термометра нету. Термометр купите и поймете, что нагреешься. И вот эти, значит, 150 градусов, даже не 100 тут, а 150, передаются на корпус вот этой крышки, так как она соприкасается. И получается у нас отличное отопление, даже на большую комнату пойдет, при нулевых, почти нулевых затратах. Не почти, а нулевых затратах. Ну, только затратили там, купили лампочку и все. А дальше на ток затраты нет, то есть расход ноль. Благодарю вас за внимание, всем удачи и стального железного здоровья.